Выставки в Расторгуевской библиотеке не редкость. Сотрудники учреждения рады поддерживать своих талантливых читателей, художников и фотографов. На днях здесь открылась новая экспозиция «Коллаж в моей жизни». Сначала я решила делать номера для квартир и для людей, создавать из мусора как бы образы такие. А образы заключались в том, что цифры, да, квартир, там, допустим, какие люди. Ну, делаешь, когда видишь, что, да, вот это вот, допустим, номер квартиры мой. Вот я очень люблю море. И здесь, конечно, вот ракушки, да. И я очень люблю рисовать. Вот эта кисточка. Автор работ – видновчанка Марина Кононова. Творчество для нее не хобби, а стиль жизни. Талант художника проявился в Марине в 20 лет. За многие годы именно творчество помогло ей раскрасить жизнь яркими красками. В каждый коллаж автор вложила кусочек себя. Номер квартиры, в которой она жила с мамой, любовь к кинематографу и путешествиям. Особенно это отражено в работе «Маска». Это картина о том, что надо жить здесь и сейчас, да, но не забывать, что было, что как бы в твоей жизни тебя поддерживало, радовало, впечатляло. На выставке представлено 22 работы. Это изображение пейзажей, людей и животных. Коллажи не только создают в библиотеке особую атмосферу, но и вдохновляют посетителей. Самое главное то, что вот эти творческие такие вот у нас изыски, они не проходят даром. И вот у нас дети посмотрели, воодушевились и тоже сделали свои коллажи. С начала года выставка «Коллаж в моей жизни» уже третья, представленная в библиотеке. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.